Началось очередное заседание с торжественного момента. Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов поздравил своего коллегу Валерия Янина с прошедшим юбилеем. Ваша такой круглой датой, две пятерки, и надеемся на нашу совместную работу. И вот ваша первая почетная грамота Совета депутатов городского округа. Спасибо. Поздравляем от всего коллектива, уважаемые товарищи. Приступив к повестке, народные избранники голосовали за выделение денежных средств на выполнение наказов избирателей. В основном депутатские средства направляются для поддержки социальных объектов и учреждений образования, а также в виде помощи неблагополучным семьям. Следующий пункт повестки был посвящен уточнению бюджета городского округа Мытища. Уменьшение составило более 54 миллионов рублей. По статье «Налоговые и неналоговые доходы» уменьшение на 28 миллионов 800 3 тысячи рублей. По статье «Безвозмездные поступления» уменьшение на 25 318 8 тысяч рублей. Надо отметить, что сократились и расходы муниципального бюджета на 92 миллиона рублей. И в итоге составили 10 822 миллиона рублей. За счет местного бюджета расходы в целом сократились на 28 803 тысячи рублей. Дополнительно были выделены средства в уставные фонды муниципальных гуманитарных предприятий, перераспределился резервный фонд администрации, выделены средства на праздничное оформление улиц города, на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере образования и культуры. Также в рамках заседания депутаты присвоили наименование элементам дорожной сети в населенных пунктах нашего округа. Завершили встречу отчеты о проделанной в этом году работе двух депутатских комиссий по образованию и муниципальной собственности, предпринимательству и экологии. Следующее очередное заседание назначено на 16 ноября. Анна Роченкова, Константин Бондаренко. Информационная программа «День».